Ну что, значит, ну первый серьезный турнир, конечно, очень знаменательный. Прошел в Киеве с 15 по 18 апреля. Были команды, две команды с города Москвы, мои и Урожай. Сборные команды Грузии, Латвии, Эстонии и две команды Киева. Первая играла основной состав, вторая играла там второй состав нашей команды. Первую игру мы выиграли 11-1, вторую у команды Урожай 23-7, третью у команды Литвы 21-6. И по пульке, так как мы заняли первое место в группе, вышли на команду МАИ, которая всю, ну, была очень упорная игра, до последнего инга мы проигрывали. 4-3 в последнем нападении. Я уже не помню, кто, как, по моим записям одни, другие люди помнят другие. Но главное, что помню, что Юра Нескромный ударил по тем временам, и вообще для бейсбола это удар Grand Slam. То есть удар на 4 очка. На всех базах были игроки нашей команды. Мы принесли 4 очка. В итоге мы победили и выиграли первый всесоюзный турнир со счетом 7-4.